Баскетбольный клуб «Динамо» вышел в финал 4-х Кубка России. Последним рубежом для курских девушек был матч с командой «Вологда Чиваката». Он получился напряженным. Мы с коллегами болели за наших девчонок на трибунах. А Глеб Парфенцев подготовил репортаж. Старт матча вновь остался за гостями. Вологодский клуб взял инициативу в свои руки и стал стремительно увеличивать разрыв в счете. В конце первой десятиминутки хозяйки паркета немного исправили ситуацию и на беседу к тренеру отправились, уступая 4 очка. Во втором периоде у «Динамо» получилось усилить оборону. И забивать стали чаще. На большой перерыв курянки уходили с преимуществом в 3 очка. Вологодские баскетболистки бились до последних минут. Интрига сохранялась до конца встречи. «Динамо» удалось провести несколько результативных атак подряд, и точка в этом противостоянии была поставлена – 80-74. Наши девчонки продолжат борьбу в финальной стадии Кубка России. Получается, что мы вышли в четверку в Кубке России и будем теперь бороться за призовые места в Кубке России. Я думаю, что то, что над чем нам нужно поработать – это наша защита, потому что я думаю, что последние игры мы не показывали ту защиту, которую мы должны показывать таким составом. Бо Овертон отметил хорошую игру соперниц, которые в ответном матче смогли не только удивить, но и заставили поволноваться наставника бело-голубых. Мы старались быть вместе как команда. Наши соперники играли хорошо, мы пытались играть в свою игру. И это очень хорошая победа. Теперь «Динамо» предстоит выездная встреча в рамках Кубка Европы. 28 ноября клуб проведет в Беларуси ответный матч против Минского «Цмоки». Глеб Парфенцев, Сергей Дорохов, телеканал 7.